Добрейшего времени суток, на связи Антиквар. Продолжаем проходить Knights and Merchants, старенькую стратегию в реальном времени, известную в нашей стране как «Война и мир», хотя кто-то знает и, собственно, ее как «Рыцари и купцов». У нас 20-я миссия, финальная, завершающая. В общем, все готово к тому, чтобы уже разбираться с неприятелем. Дайте вот я еще момент еды проконтролирую. Ну, у нас очень большие запасы вина, хлеба, да, немножко не хватает колбас. Ну, то есть не всем перепадает этот деликатес. Но, в общем, я полагаю, что это не самое главное. С ребятами в начале стрима я уже поделился, что буду делать. Делать рекрутов побольше, стрелков, наших лучников вооружать. Но главное, что я хочу, я сейчас создам себе зачатки нашего самого мощного отряда ударного, тяжело вооруженной конницы. Нам на старте этой карты выдавали уже этих парней. Но они все пали в освободительной борьбе. Не сумели выстоять под натиском сил неприятеля. Теперь, что мы делаем? Пара конников у нас будет в засаде где-нибудь. Ну, где-нибудь вот здесь. Разошлись. Вот, вы у нас будете выступили. В засаде где-нибудь вот здесь. На случай, если мало ли арбалетчики выступили. Пойдут лучники, которым надо будет в тыл ударить. А одним разведчиком мы сейчас будем выдергивать потихонечку выступили. Войска. Начнем с левого фланга неприятеля через вот этот вот подвесной мост. Видимо, тут есть мечники. Будем их вести по прекрасному туристическому маршруту. Сделаем королевство единым вновь. Привет, Роман. Валера всегда тащит. О, паренек пошел кушать. Ну ничего, идти благо недалеко. Камни у нас везде есть, так что мы готовы, да, к тому, чтобы... Приказывайте! Перерабатывать максимально большие отряды неприятельских войск. Кстати, что-то тут нам написали. Так, это не то. Тиран не побежден, заказ выполнен. В смысле у тебя заказ выполнен, чувак? Мечи, мечи. Делай мечи. А где у нас второй-то? А еще одного мы построили и не загрузили, да, ой-ой-ой. Ничего-ничего. Сейчас пойдут дела кое-как. Так, ну и надо сохраниться, а то пока я сказки рассказывал, бежал сюда. Мало ли тут сейчас неумолимый арбалетный болт найдет дорожку сквозь суперплотные доспехи нашего конника. За мной! Не нашел. Мы видим, что тут арбалетчики... мечников, ну вот этих выдернем, да, хотя бы. Ведем их на нашу систему башен. Понятно, что каждый вот такой отряд, который мы выдергиваем, смотрите, тут 12 мечников. Ну, то есть довольно внушительная сила. Каждый отряд, который мы выдернем таким образом, будет ослаблять в дальнейшем атаки неприятеля. Вот, но задача, конечно, всех отсюда вытащить. Единственное, что с арбалетчиками делать, вопрос. Вот тут бы реально конный лучник, конный арбалетчик нам бы зашел как нельзя кстати. Но посмотрим, подбежим, может, поближе. Хотя это и опасно, очень большая будет там концентрация болтов. Не уверен, что мы в состоянии этого пережить. Рекруты нанимаются. Здесь что, лучники, да? Да, давай еще лучников. Нам нужно больше лучников. Двигай! Да. И они все в одном отряде, да? Вперед! Марш! Пошли! Давайте как-то вот так мы сделаем. К вашим услугам, двигай! Вы чуть-чуть назад отойдите, а то уж больно вы амбициозно заняли позиции. Ну... Эй! А как, и сегодня выходной, что ли, или что? Вот. Прицелились, подумали. Двигай! Все, кончились камушки-то. Угу. Приказывайте! Выступили!
Да, неплохо. Может быть, пока дать разведку? Ага, стоять, разведку. А вот вам и разведка. Никакая разведка не нужна. У нас камни только что были все растрачены, потрачены. А тут идет волна атакующих. Ну ничего, ничего. Я думаю, что мы сейчас нормально тут отобьемся. Камни действительно потрачены были. Так, ну мы можем ударить в тыл... Блин, ударить бы в тыл стрелкам было бы изумительно, но проблема в том, что... Ой-ой-ой. А вы что отсюда идете, ребят? Заплутали, что ли? Дело в том, что арбалетчики немножко, вопреки всем законам военного дела, решили, что они пойдут вперед, да, в первых рядах. Ладно, посмотрим. Камни тут потихонечку подносят, то есть... Я думаю, что все будет хорошо. Так или иначе, башню хотите сломать? Но они могут сломать башню и типа свалить, да? Как водится. Ну, посмотрим, посмотрим. Не сможем мы конниками как-то отжать арбалетов. Мы можем сейчас зайти им в тыл, да? Когда... Вот эти ребятушки пойдут вперед. Но у меня есть такое ощущение, что вполне себе может статься. Сейчас сломают эту башню, и они откатятся назад. Может быть и нет, кто их знает. Так, слуга пал один. К бою готовы. Выступили. Взять их. Приказывайте. Марш! Мы же можем позволить Сядь себе их. Так сделать, правильно? Мой лорд, копьем их! На армию напали! Стреляй по цели! Сейчас еще камушек полетит. Оп! Хорош! Стреляй по цели! Приказывайте! С радостью! Приказывайте! Бой! Ну что, в целом неплохо. Даже не заметили, да, эту волну атакующих. Двигай. Так, сколько у нас отъехало крестьян, слуг? Ну, я даже не знаю, 85, а сколько было? Ну, давайте до 90 добьем их. Тоже не лишним будет. Совершенно точно, 91 даже. Так, тут мечник идет одинокий. Ну, этого сейчас башни-то сбреют. Приказывайте. Ладно, начало положено. А тут башню таки сломали. Вопрос, восстанавливать ее или нет. Ну, вроде бы и надо. Но сейчас мы вот с этим справимся, да, там разберемся. Посредство. Так, ты сюда. Вперед. Вы двое. Ух ты, тут мечник еще Двигай. Идет. Да откуда вы по одному идете-то? За мной. Или он теперь Вперед. Производит и отправляет их ну, так, Выступили. В атаку просто. Марш. Еще и к нашим конникам. За мной. Да. За мной. Точнее, к нашему коннику. Приказывайте. Ну, давайте зарубим его, что ли. Выступили. Двигай. Марш. В атаку! За мной! Выступаем! Ваше седство! Выступили! Ваше седство! К бою готовы! Бой! К бою готовы! Выступили! В атаку! Они именно на... Дави их! Наших рыцарей были заагрены. Так, а вы чё? Смотрите Двигай. Там. Новый, новая волна, причем такая солидная. Вперед! Выступили! А эти куда бегут? За нами или нет? Или просто на башне? Там-то и дело, что за нами, Вперед. Да? Хорошо. Вперед! Ну ок. Там что, камушки-то поднесли, нет? Ну да, хорош, давайте. А вот это хорошая такая... Приказывайте Группа товарищей Выступили. Да. Приближается к нам. А вот рекрут, да, пришел? Которого башню сломали. Но собрались, ребят. Мой лорд, на армию напали. Приказывайте.
Выступили! Стреляй! Давай! Давай! Стреляй по цели! Давай! Да? Давай! Стреляй! Атаку! Приказывайте! Марш! Да, неплохо, неплохо. Марш! Вовремя мы тут укрепились, ничего не скажу. Что изволите? Давай! Ваше желание в бой! С удовольствием! Потери! Потери! К бою готовы! За мной! Не отступать! Стреляй! Что изволите? Будет сделано! К бою готовы! За мной! К бою готовы! Стреляй по цели! Уничтожим! Давай! Стреляй! Слушай! Опа, до лучников тут добрались, ну ладно, ничего. Я думаю, что все нормально. Капи, добрый день, Майн, еще раз здорово. Ваше сиятельство? Ребятушки, тут вот арбалетчик стоит, надо его как-то это, ну, купировать, эту угрозу. Ваше сиятельство? Отлично. Выступили! Так, внимание, вопрос. Взять их! Кто-то у нас тут остался? Мечники новые стоят, понял. Понял, принял. Так, вы сюда. Выступили! Ну, в общем, по той же схеме. Давайте да. Башню восстановим. Сейчас нам надо дать марш! Время. Чтобы донесли такие новые эти. Камни. А этих наших варваров покрошили, да? Они как раз есть ваш хотели. Приказ? Так, и кто у нас, кстати, из прикрытия? У нас мечники пошли. Почему-то стоят сзади. Копейщиков тоже всех покрошили. Да, сурово. Так, а что у нас по оружию? Я думаю, что вот так. И мы можем, в принципе, еще наших тяжелых рыцарей, да, наделать. Ваше сиятельство. Некоторое количество. Марш! Марш! Тут арбалеты тоже стоят, мы видим. Вам арбалетчика купировать сверху или снизу? Ну, мы купировали сверху. Так, а кто-нибудь идет строить, нет? А, надо сначала отнести, мол, эти, да, припасы. Так, ладно, давайте мечников вытащим, пока они там добегут. В общем, нужно это делать потихонечку начинать. Они, видите, тут их подстраивают, они собирают новый отряд. Вперед! Двигай! 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 Вперед! Выступили! Просто чтобы у нас войска какие-то были. Вперед! А тут что-то как-то три мечника здесь прям даже несерьезно. За мной! Ну, по идее, наши башни должны одну армию, это один отряд мечей просто разбирать камнями. Ну, так на всякий Слушай, случай. Чтобы было кем встретить. Да, какие же они тут неторопливые. Вперед!
бою готовы! Марш! Двигай! Музыка классная, потому во мне вызывает воспоминания о корсарах. Понял тебя. Так, надо отсюда рабочих будет убрать. А как их можно убрать? Например, сказать, идите, копайте здесь поле, да? Ну, чего бы нет. Вот тут. Ой-ой-ой-ой, в смысле, не досмотрел. Не, ну ладно. Ладно, не досмотрел. В следующий раз будешь досматривать. Ваш сеть что? Разошлись! А, так стоять! Выступили! За мной. Выступили! Они ж сейчас не пойдут вперед! Дальше марш! На нас. Марш! Выступили! Марш! О, антиквар! Марш! Зато поле выкопал. Вперед! Выступили! Строителей за мной! Спас. Вперед! Двигай! За мной! А, в этом смысле? Не, ну это... Они не переагриваются, и с ними можно только в бой вступить. Слушаем! Выступили! Двигай! Понял. Понял, принял. За мной! Ой, нехорошо получилось. У Майна от некоторых геройских игр и проблем мозг повредился. Да, с пятеркой сегодня бились как не в себя. Результаты, конечно, пока хромают, но... Не сразу все устроилось. Не сразу пятерка запускалась. Слушаем! Марш! Выступили! Ваше сиятельство! По отрядам! Марш! Будем работать посменно. Ваше сиятельство! Марш! Слушаем! За мной! Будет сделано! Приказывайте! Хороший рабочий был, трудолюбивый. За мной. Да хорошие рабочие были. Но так уж сложилась жизнь. Сколько у нас их тут полегло? А нужны ли нам новые? Слушайте, я вот по большому счету сказать, что прям много чего сейчас строю. Вроде и не скажешь. Вот рекорды новые нужны. Так, конники в позиции, да. Эти в позиции. Выступили. Мечники оголодали, бедолаги. Давайте покормим их, что ли. Вперед. Марш на привал. Так, ну и тут камушки, да, поехали. А у лучников что с аппетитом? Ну, я думаю, что можем еще попробовать кого-нибудь вытащить. Да, дело это не быстрое, дело это нудное, но... Ну, что делать? Других способов я не знаю лично. Тут бы нам надо мимо вперед! Мечников двигай! Пытаться проскользнуть. Может там кто-то еще вперед! Есть, кого двигай! Можно сагрить. Вперед! Блин, за очень мной! Много болтов. Вперед! Марш! Вперед! Марш! Вперед! Выступили! Вперед! За мной! Выступили! Ауч! Слушайте, ну нам надо вытащить этих конников. Почти же удалось. Да! Двигай! Вперед! Мечники мечниками, но это как бы все ерунда. Так, вот этих пацанов отсюда все-таки убрать. Много нам их не надо, но... Армия под атакой, мой лорд! Выступили! Вперед! Выступили! Двигай! Так, постреляли, да, по пацану? Ваше сиятельство! Вперед! За мной! Стреляй! За мной! Марш! Двигай! Я вот что думаю, надо этих вперед! Вот утащить и нового отправить за кавалеристами. Ну так удобнее будет, чем вперед! Пытаться этим согреть сразу всех.
Угольная шахта истощилась, изумительно. Он слушай, третий Макс. Увязался, да, парнишка? Сейчас уголь оттуда заберут весь. И мы, собственно, снесем. Так, а тут вот надо вытаскивать вот эту тяжелую конницу. Марш! Марш! А потом, если нет больше пешего выступили прикрытия, там сделают несколько коллег этих, как их зовут. Двигай! За мной! Двигай! Мечников еще, так мы сюда вперед, просто наломимся вперед, нашими ребятами вперед, и все. Марш! За мной! Эй, ну нет, 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 нет. Ваше седство? Вперед! Ваше седство? За мной! Ваше желание! Вперед! К бою двигай, готовый! Двигай! За мной! За мной! Вперед! Двигай! Вперед! Вперед! Марш! Вперед! Вперед! Двигай! Двигай! Марш! За мной! Марш! Выступили! 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 Двигай! За мной! Отлично! Выступили! Вперед! 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 Отлично! Сагрили! Хорош, потом надо будет всех накормить. Ваше седство? Вперед! Мечники кончились. Марш! Готовы! Марш! А ну-кас, ну что тут у нас? Может, мы уже сможем врываться? К бою уже, готовы, так сказать, наводить порядок какой-то. Опа! Акакий на месте. Ну вы больше там стойте, тупите. Стреляй по цели. Давай. К бою готовы. Стреляй по цели. Стреляй. Давай. Стреляй. Давай. Выступили. Марш. Ваше сияние. Мечник один остался. Слушаем. За мной. Бедолага. Так, внимание, вопрос. Можем ли мы уже наламываться? Слушай. Тут какой момент? Вперед! Двигай! Семеро, конечно, тут вы... Ага, еще три есть, понял. Блин. Быстро они доделывают-то. Нам нужно еще прикрытие какое-то. У нас не хватает. Ну, хотя бы... Копья. Что изволите? Хотя бы копья. За мной! Крестьяне стоят. А чего вы стоите-то? Слуги, в смысле? Нечем заняться? Собрались, я сейчас быстро работу найду. Строй! Будет сделано! Будет сделано! Слушай! За мной! К бою готовы! Вперед! Вперед! Значит, еще, да, собрали? Выступили. Слушайте, а мы можем их вытащить, а этими-то за ворваться? Мной. Куда слушай, я их отвожу? За мной. А за этими мной ворваться в арбалетов, пока там никого новых не наделали. Они тут постоянно делают. То есть нам надо вытащить вот этих ребят аккуратненько. Ворваться вот этих вот перебить и пойти казарму грохнуть. Привет, Виктор. У меня тактика отработана. Слушаем. Ой-ой, я покормить же их хотел. Покормить, да? К бою готовы. Вот кто-то сытый, кто-то нет. Марш! Надо, наверное, сначала покормить все же. Выступили. Привал. За мной. Приказывайте. Марш! Этого-то тоже, но... Ничего, потерпит. К бою за готовы. Мной. Марш! Вперед! За мной! Двигай! За мной! Выступили! Выступили! Двигай! Вперед! Двигай! Вперед! Выступили! Марш! Марш! Вперед! Тут есть проблемка, да, что, в общем, это...
Выступили! Проблемка в том, что ну не дадут они столько арбалетов, да еще мечник, который будет здесь петлять, тех конников вымыть. Ладно, сейчас все сделаем. Суть ясна, сейчас тут всех покормим. Ваш приказ. Что изволите? Будет сделано. А вы что тут стоите? Что, нечем заняться, что ли? Везде все унесли или что? Ребята. Да? Привал! За мной! Этому тоже надо привалиться. Слушаем! В бой! Это можно и перехватить по дороге. Двигай! Приказываю. Чел, тебе тут бочку несут, вот отсюда, видишь? За мной. Антиквар внимательный, поглядите, как усмотрел бочку, которую несут. К бою готовы! Взять их! К бою! Слушай! Вперед! Вперед! Заказ выполнен. Вот здесь, да? Да? Двигай! Выступили! Привет, Пабло. Спасибо за пожелание. Смотрите-ка, уже пятеро стоят. Да, надо их вытаскивать и врываться, иначе это здесь будет не то чтобы бесконечная долгая история, но, в общем, долго. Ну, здесь пока давайте копий опять-таки сделаем. Надо кем-то принять, да, ребят, которые ваше приедут. Желание? Будет сделано, двигай. Конечно, вот смущают меня готовы. Вот эти парни. Ну, что поделаешь. Стоят, за говорят, мной. Заняться нам нечем. Интересно даже, а чем заняться-то нечем? Может, что-нибудь нам еще тут организовать? Вот, например, можно... Что организовать? Вот это сломать, да? Так, это сломать. А что сделать? Я же не знаю, у нас так что-то как-то стоит... Можно золотой рудник. Ну, хотя, как они оттуда уйдут? Из-за того, что я поставлю золотой рудник, ну, поставлю его. Ну, предположим, да, пацан просто окопает, пойдет рабочий, да и все. Так, ладно, все, не заморачиваемся ерундой. Давай как-то, а то сейчас мы... Ага, лучники теперь есть хотят, понял. Марш! Вот, сейчас вот лучников они пойдут кормить и, вероятно... Время привала. Марш! Не, не пойдете? А лучникам кто понесет? Не вы, да? Ничего не понимаю. Почему не они? Почему они не хотят нести? Точно. Явно с ними что-то не в порядке. Ну да ладно, лучники, я думаю, сейчас там перекусят. И мы должны вот это вот прежде всего провернуть. Мечник опять один, елки-палки, будь он не ладен. За мной! Марш! Двигай! Вперед! Ну, мечника предположим... Ничего себе, зверюги. Мечника, предположим, мы вытянем... Слушай, вперед! Марш! Выступили! К нашим друзьям, да, вот сюда. Далеко вести вперед! Его не надо выступили! Будет. Выступили! Выступили! Стреляй! Двигай! Ясно, что у них тут очень много ресурсов, выступили! И они просто двигай! Делают, ну, там вот, постоянного войска. Выступили! Ну, здание не, не чинишь, не хочу. Как тебе такой ответ? Выступили! Смысла нет. Они чуть-чуть там отковыряли, если чинить эти здания. Слушай, то, соответственно, проблема будет в том, что наши строители придут и останутся там как бараны стоять, прибегут новые войска неприятели и убьют. Приказывай, двигай! Здания здесь не догорают, не ломаются. Выступили! От того, что их подожгли, поэтому да? Бессмысленная Марш! История. Более того, вредная. Опа, 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 па. Слушаем. Опа, 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 па. Так, стоять. А вы куда? Подождите, а они куда пойдут?
Антиквар аж заметался. Приказывайте! Двигай! К этим конникам? Выступили! Да, смотрите-ка, интересно. Ну ладно, двигай. По идее, сейчас их достаточно большое количество отсюда уйдет. За мной! Выступили! Да! Да! А мы тут сейчас просочимся и посмотрим, разведку сделаем. Ух ты, там еще и эти ребята идут. И все идут в атаку, ну ничего себе. К бою готовы. Ладно. Марш! Ваш приказ. Пошли! Выступай! Крестьяне так и ушли, понимаю. Вытянули резервы, смотрите. На армию напали. Да ну нет, ну ёлы-палы. Да как они напали-то? Как надо было бежать? Как стаду баранов, ну? Слушаем, вперед! Вперед! Марш! А почему он бежит быстрее, чем мои? Ничего не понимаю, если честно. Смерть так, это какая у нас была? Восьмая, да? На восьмерку да, я сохранялся. Выступили. Давайте, ребятушки, как выяснилось, у вас, я не знаю, кони хуже или что, в чем проблема? Да. Выступили! Привет, Дмитрий. К вашим услугам. Вперед! К вашим услугам на месте. Приказывайте! Марш! Вперед! Господин, на ваших крестьянах. Бывает такое с крестьянами? Да. Разошлись. Вперед. Вперед. Выступили. Крестьяне, а вы не хотите за камнями сходить? Я не понимаю, что они стоят здесь. Выступили. За мной. Ваше сетство. В атаку. Хотя, собственно, тут арбалетчики, а чё я жду? Чё я жду-то? Пока тут копья дойдут. Да. Арбалетчиков перережем. А, тут новый уже пацан, всё, понял. За мной. Вопрос, перережем ли? Не говорите мне, что вам не хватит времени. Да что вас? Что так медленно всё делаете-то, ребята? Нет, нельзя тогда на них пожиться. К бою готовы. Да нельзя. Вперед. Ладно, дадим подойти. Ничего не попишешь. Выступили. Двигай. Да, ну крестьяне, конечно, у нас бестолковые максимально. Вот эти слуги. Максимально просто. Ну такие, кстати, не очень жалко. Слушай, а ты что, заблудился? К бою готовы! Двигай! Плохо, что если они увязли уже в битве, то нельзя их выдернуть обратно, да? Сказать так, ребята. Марш! А, так можно их увести на наших парней. А, ну давайте. Вывести этих, а тут нашими копьями встретить. В бой! Что изволите? Вперед, двигай! Приказывайте! Так точно! К вашим услугам! За мной! Так точно, сэр!
Правильно? Стреляй по цели! Не жалей! За мной! Приказывайте! Вперед! Стреляй, стреляй по цели! Давай! За мной! За мной! Ваше сердце? Ну что, кончились там силы у неприятеля? Марш! Похоже на то. Слушаем! Двигай! Тут мечник на патруле. Ни в чем себе не отказывает. За мной! Ваше желание? Вперед! Что изволите? Так точно! Вперед! Давайте десятку еще копий. Слушаем! Взять их! Слушаем! Выступили! К бою готовы! Ну что, можем мы решительно врываться хотя бы в первого. Я имею в виду, в первое крыло. К бою готовы! Вражеской армии. Марш! Вопрос, есть ли тут войска выступили. Или нет. Угольная шахта истощилась, да и... За мной! Вперед. Да и ничего страшного, а тут войска вперед. Есть какие-то? Двигай. Или нету? Марш! Ваш сердце, двигай! Вот в чем вопрос. Казарма, мне нужна казарма. О! За мной! Мой лорд! Вы тоже подойдете? На армию напали! Да! В бой! Вперед! Двигай! И тут есть проблемка небольшая, да, алебардисты? Рядом. За мной. Нам бы понять, за каким они идут. Бою готовы. Двигай. Выступили. Вперед. И да. Другой отправить выступили. На помощь. Потому что один здесь, конечно. Приказывайте. Выступили. За мной. Выступили. В атаку. Мечник выйдет, да? Тут нужна помощь. Ну, мечник, это победи, ну, ты ж круче. Чел, давай. Вниз идут, окей. Бою готовы. За мной. Слушаем. Марш. За мной. Выступили. Двигай. За мной. Да. Уничтожим. Не может быть. Я не верю глазам своим. Неужели они справились? Слушаем. Тихо. Тихо, тихо, тихо. А эти откуда? Двигай! Выступили! Сейчас избыток крестьян полечит нам. Слушай! Марш! Марш! Да? Выступили! Казарму ищи, чел! Приказывайте! За мной! Школа, это все прекрасно, крестьяне, это все прекрасно, нам надо вырубить. Разрушают наше здание. Приказывайте! Выступили! Тихо! Вот чуть-чуть отвлечешься, чуть-чуть, и все, и сразу. А ты не отвлекайся, типа. Да, выступили! Марш! За мной! Стреляй по цели! За мной! Вперед! К бою готовы! Марш! Да, вперед! Изменники разрушают наше здание, мой господин. На ваших крестьян да. Крестьянам не надо быть такими баранами. Приказывайте! Миллион раз сказал, ребята, уходите! Где? Где казарма? Наверное, выше. Разрешите! Слушайте! Выступили! Мой господин, двигай! На ваших крестьян напали! Наш город атакован. Стреляй по цели. Слушаем. Справимся, да, как-нибудь. Крестьян, конечно, поляжет некоторое количество. Ну что ж поделаешь. Двигай. Казарма где? Выступили. Вот она. Слушай, уничтожим. Да?
Стреляй! Армия под атакой, мой лорд! Стреляй! Ваш чест! Стреляй по цели! Стреляй по цели! Так, ну хорошо, хорошо. Сейчас тут сломаемся, все производственно, и будем смотреть, что делать дальше. Но уже с этой стороны нас никто беспокоить типа не будет. За мной! Да? В атаку! Изумительно. Ну, начало конца положено, я настаиваю. Так, заказ выполнен. Как они быстро заказы-то эти выполняют. Угольная шахта, кстати, у нас еще какая-то выработалась. Вот это. Тоже сносим. Слушай! Армия под атакой, извините, где? К бою готовы! За мной! Непонятно, да, ну и ладно. Непонятно и непонятно. Значит, не обращаем внимания никакого. Так, здесь что мы можем? Можем еще ферму сделать. Пусть фермерят. Что по крестьянам? 78. Да, нормально так порезали. Хотят принести мечи, щиты. Все хотят принести, но... Извините, ребята. Ваше время ушло. Здесь что, школа? Ну, школа, наверное, да. К бою готовы! Да? Ко мне! Да, сядь их в атаку! В бой! Ну, по идее, угрозу купировали. Пройти не могу. Что изволите? Лучники не пускают рекрутов пообедать. Дедовщина процветает. Просто процветает. Так, еще один склад и, в общем, пару харчевин, да? Вот у них харчевни, конечно. Посмотрите, любо-дорого, все есть. И мы тут перебиваемся. С воды на хлеб, с хлеба на воду. Выступили! За мной! Ваш сетство! Уничтожим! Только ее построила, уже все выработали. Ну ничего себе! Оно бывает. А главное, всем все равно, что тут ломают, тут войска стоят, ну это, в общем, как всегда. Привет, Яр. Живьем брать, смазываться. Демона, да? Да.
Ваше сетство. Приказывайте. В атаку. Ваше сетство. Вперед. За мной. Так, мостик мы видим. За мной. Есть ли здесь что-то еще заслуживающее нашего внимания? Выступили. И можно ли здесь как-нибудь просочиться через верх? В общем, я думаю, даже не обязательно тут что-то штурмовать в лоб. Выступили! Уничтожим! Так, ты сюда. Приказывайте! А вы давайте помогайте доламывать. Готовы. Так, здесь. Может, лучников еще, слушайте. И вот этих четверочку. В общем, есть ощущение, что просто теперь дело времени. Все это доломать. Выступили. То есть, скорее всего, уже враг не сможет поднять головы. Почему? Ну, потому что, да, нас атаковали с двух сторон. Одну из этих сторон, один из этих флангов мы уничтожили. Ну, тут нам не рады, мы видим, да? А если мы вот тут по бережку попробуем? Тут еще вверх надо, конечно, сбегать. Ага. Ага. Выступили. Ничего, так отрядец, конец. А, все, вперед. Тут никакого прохода больше нет. Двигай. Угу. Выступили. За мной. Выступили. Выступили. Двигай. Выступили. Вперед. Вперед. Можем мечников отсюда выдернуть, почему бы и нет. Двигай. К бою готовы. Ну и тут ребят просто объединяем и уводим. Выступили. Эти сами уже отъедут. За мной. Так, теперь здесь у нас кто получился? Вас четверо. Сюда. К вашим и лучники. Ну, куда-нибудь вперёд! Вот сюда давай, что собрались. Ли. За мной. Да. За мной. Приказывайте. За мной. Прикрытия-то у нас нет, да, фактически? Можно сказать, всего ничего. Сегодня и тут финал будет. Должен, да. Должны и тут справиться сегодня. Ваше сетство? Так, значит, у нас здесь есть... Здесь есть вариант, да? Хотя подожди-ка, подожди-ка. Ну-ка, идите сюда. Может вытянуть и конник еще отсюда? А почему нет? Можем вполне себе мимо арбалетов это провернуть, да? К бою готовы! Вперед! Почему бы и нет? И можно отсюда и вломиться к ним с этой стороны. Приказывайте. Я даже не знаю, что там слева. Двигай. С другой стороны, нас не атакуют отсюда, атакуют именно вот с этого фланга. Может быть, правильнее оттуда войска выдергивать. Выступили! Ну, давайте мы посмотрим сюда, отведем конника, поставим сейчас. Марш. Разведку своеобразную произведем. Мы будем от этого танцевать. К бою готовы! Вперед! Ну, тут нам никто не мешает, собственно. Выступили! Этих конников вытащить. В общем, посмотрим. Может, оно и не очень правильно, да, распылять готовы. Свои силы там по разным направлениям. А может и ничего. Поглядим. Тут у нас летучий отряд на месте. Здесь что, крестьяне заехали? Заехали! Пашут как не в себя. Ну, пусть пашут. В общем, да, не заморачиваемся уже с экономикой. Ваше сетство. Понятно, что нет предела совершенству. Этот воин очень голоден. Приказывайте. Очень-очень прямо. Время привала. Да. Так точно, сэр. Давай. К бою готовы. Стреляй! Ретлан Ланселот. Комменты читал в предыдущем видео.
Я видел, что ты написал там что-то по оптимизации экономики под эту конкретную миссию. Слушай, ну тут что заморачиваться? Если без этого... Я просто не люблю делать бессмысленные... Вот, совершать бессмысленные телодвижения. То есть можно без этого выиграть? За можно. Ну а тут иначе перестраивать, думать, как где что распланировать. Ну то есть во мне не настолько силен дух этого перфекциониста. Двигай! Ты писал, что будут проблемы с пшеницей. Ну вот как бы их вроде не наступило, хлеба много. Марш! В общем, я решил, что я буду заниматься неприятелем. За мной! Вперед! Так, за мной. Сейчас здесь... Приказывайте! Флагу! Здесь просто слушай, надо тоже посмотреть, да? Выступили. Там пока все равно наши... О, какие дырки в мосту. А вы знаете, что небезопасно пользоваться двигай подобными... Двигай. Инженерными коммуникациями, выступили, сооружениями-то. Вперед, ох, выступили, ох, вперед, понял, марш, понял, 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 что вы вперед, здесь не выступили, хотите видеть никого постороннего. Понял, ребят? Вперед! Марш! Приказывайте! Марш. Флагу! Приказывайте! За мной! Ко мне! Посредство! Тройся! Так, ну что... Ага, еще мечники. Понял. Слушаем. Хорош. То есть, ясно, что они эти войска не выступили, строят так быстро, да? Это просто не, ну, как бы не то, что невозможно, но по опыту этой игры, скорее всего, они их просто откуда-то достают и... Ну нет, ну нет. Откуда-то достают и просто переводят сюда. Можем, кстати, конников выдернуть. Прежде всего. Двигай. Слишком близко подпустил, и это для меня будет критично. Или нет? Не, они начали тупить, хорошо. То есть паренек убежит мой с хорошими шансами. Да, ну есть неплохие, скажем так, шансы убежать. И куда-нибудь тебя вот сюда спрятать. Приказывайте. Ты, соответственно, за пойдешь мной мечников выдергивать уже. Тут даже не всех слуг мы победили. Ну, они... Кто-то что-то делает, да? Ну, скажем так. Не то чтобы все. Такие уже телодвижения. Это целая толпа. Стреляй по цели, ребят. Да. Это точно. Ну что, все, принесли. К вашим услугам. Стоять. Тоже, кстати, есть хотят. Время привала. Давайте сразу их тоже покормим, что ли. К вашим услугам. На месте. Ваше желание. А, я тут делаю, просто отсюда их не забрал. Я думаю, откуда столько пацанов-то новых. Смотрите, как я тут к осаде готовлюсь. Войска строю. О, вот ребята подъехали. Ну, тут не факт, что всех надо будет покормить, да, после вот этого вот штурма. То есть, возможно, что и не всех надо будет кормить. Стреляй по цели! Приказывай, стреляй! Стреляй по цели! Вперед! В общем, все ровненько. Двигай! Вперед! Да! Все прошло ровненько. Выступили. И, видимо, всех что все-таки изволите пришлось кормить. К вашим услугам. Марш! Да? Вперед! Их тут конницы контрят правильно. Кого их? Приказывайте. А, арбов-то? Ну да, стрелков, да. Будет сделано. Причем контрит именно в ремейке. В будет ваниле сделано большая толпа лучников вообще никому шансов не оставлял. Просто там без вариантов все отъезжали, да и все. О, еще отряд конницы, понял. Ну, конечно, это не то чтобы сильно весело. Но их все равно надо переработать. То есть от этого никуда не уйти. Значит, у них тут большие запасы в этой темноте войска, и они... Вытаскивают их по чуть-чуть, потихонечку. Вперед!
Ну, тут полей не хватает. А если мы вот тут еще вскопаем, он будет что-нибудь делать? Недалеко для него? Давайте поглядим. Так, ладно. Будем считать, что там все успели. Камней слушай, натащить, эй, да? Выступили. Вперед. Вот этого всего наделать. За мной. Вперед. Выступили. Ну вот сейчас около идеально было. А может выступили. Идеально мы их с места сорвали. Выступили. Кстати, 183 из 250. Но я чинить все равно не буду. Ну, новую построю, если что. То есть горит она и горит, бог с ней. Так мы, по крайней мере, не достраиваем рабочих. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, чел! Последняя ошибка резидента, это называется. Ваше сиятельство? Ладно. Блин. Выступили. Чувак, ну как так-то, ну? Двигай. Надо двигай. Оббежать, да, выживших. Выживших парней надо оббежать, значит. Выступили. Чуть больше управления. За мной. При выполнении этого маневра. Если лучников направлять через атаку, они ровнее стреляют. Не знаю, как на уроне сказывается. Из детства запомнил. Из детства ты запомнил точно про ванилу. Как вперед. Это работает в ремейке, я не знаю. Я не к тому, что тут по-другому работает. Просто я не пробовал. Ну и, наверное, уже смысл-то не имеет. То есть уже вперед. У нас тут как идет. Идет-то, в общем, неплохо. Вперед. Тех тактических приемов, что я освоил, вполне себе хватает, чтобы тут супостаты гонять. Так, сейчас этих заберем. Ну и тут смотрим, придет ли еще один отряд конниц. Да, приказывайте. Ребятки ждут своего шанса ворваться. Я так понимаю, опять же, вот они бегут, и мы можем вполне, знаете, что сделать даже. Мы можем вот сюда парня поставить, и всем будет вообще до фонаря, что тут парень бежит в неприятельской амуниции. Ну, то есть, бежит и бежит, знаете. С другой стороны, сейчас бы отвлекаться на разных пацанов в неприятельской амуниции. Выступили. Так никого внимания не напасешься. У нас есть план, мы его придерживаемся. То есть видим цель, верим в себя, не замечаем препятствий, отвлекающих факторов. Нечестно, они походу войска получают. Когда будешь StarCraft проходить, так, там такого не будет. Не, а что нечестно? Они у них просто, я уже наблюдал в других миссиях, они их просто переводят с одного места в другое. Они их не то, что там у них из воздуха, да, они в какой-то момент появляются. Марш! Мой лорд. Так, ну что тут? Давно, кстати, вот отсюда не было атаки. Тоже скоро может быть вполне себе. Стреляй. Ну, немножко мечей отъехало. Ой, мечей, копий отъехало, в общем. Да. В целом все прошло изумительно, замечательно. Это сколько мы? По 16, да? 32 тяжело вооруженных конника, так что ответ. Переработали. Приказывайте. Марш. О, кормите. Кормежка. Да вы обалдели, что ли? Оп. Здрасте. Двигай. За мной. За мной. За мной. Вперед. Вот еще одни бегут. Двигай. Но мы пока мечников-то ведем, знаете ли. Вперед. Даже не 16. А, их тут по 5 в 3 ряда. 15, да? То есть 30 мы переработали, еще вот есть еще 15-чек. Понял. Понял, принял. Вот ты будешь отманивать. Давай. Двигай! Выглядит как будто просто алгоритм генерит пачку. Насколько я понимаю, что нет. Была миссия, где мы видели, как войска стояли на одном фланге, и на другом мы на одном фланге их вырезали, а с другого они убегали. То есть там все было четенько. Так, я бы на самом деле куда-нибудь бы еще свинарничек бы... воткнул. Куда-нибудь еще Валеру бы призвал, да, на помощь. Куда-нибудь вот сюда же, норм. Немножко на отшибе, да, получается. С другой стороны, сейчас займем всех бравых наших парней. О, идут. Отлично.
Мечники новые притопали. Мечники пока не притопали, но может быть они просто медленнее топают. Тактические маневры компа. Ну, типа того, да. Что изволите? Перерыв! Сколько у нас камней? 2850. На старте было 4000, и камень здесь добывать нельзя. Нету залежей. Ну, в общем, я думаю, что... К бою готовы! За мной! Избыточное даже количество. Учитывая, сколько мы тут неприятель уже просто перебахали камнями с вышек. Да, мечников пока нету. Конников кормят, но это последний раз вы обедаете, ребятушки. Приказывайте. Нам, правда, тоже скоро пора будет. Камни успели притащить? Да? Молодцы. Чётенько. Да. О. Ну вот сейчас голодный обморок случится. Марш! Что изволите? Вперед! Ну, в общем, можно следующих, да, цеплять. Там, конечно, не так много времени Слушай, пройдет, скорее всего, камни не успеют дотащить. Хотя, ну, посмотрим. Вперед! Другие есть башни, ничего страшного. Марш! Двигай! Выступили! За мной! Выступили! Марш! Ну, я уже чувствую вот этот момент, да, где надо разворачиваться и отступать, чтобы уже тебя заметили и за тобой побежали. Это, скажем так... дистанция, с которой проходит особенно отборное ругательство, долетает до ушей неприятеля под этот отлично прилаженный стальной шлем. И неприятель решает, что надо отъехать. Так, голодный обморок пошел. Первый, не первый, мы не знаем, но в общем пошел. Вперед! К бою готовы! Двигай. За мной! Арбалеты одни. Сейчас попробуем. Сейчас посмотрим, можно ли туда врываться. Пока никто не подошел, может быть, уже и можно. Ага. Блин, да вы издеваетесь. Понял. Видали, что делают гады? Лошадь матерится на них, походу. Походу, да. В общем, ругательства такие предельно суровые. Вперед! За мной! Так, мечи подошли. Ну ничего, у нас два пацана бегают. Тут челночный, не то чтобы бег, скок на лошади. Слушайте, да можно сказать, успели камни принести. Принесли и остановились. Ну, в общем. Кстати, их становится меньше и меньше. Ну, давайте новых еще сделаем. По золоту мы вроде Слушай. Как не ограничены, особенно. Ну, понятно, ограничены, но его много. Выступили. Ну, Акакий. Ну, соберись. Оп. Акакий, похоже, в этой башне сидит, а может и нет. Стреляй по цели. Они опять же останавливаются рядом со слугами и в этот момент становятся отличными мишенями. И слуги такие, а не-не-не, мы пойдем, пожалуй. Да, как же они тут бахают. Ваше сетство. Просто жесть. Двигай. Чудо, как хороши наши Слушай. Ребятушки. Вперед. Блин. Вы серьезно? Выступили! Выступили! Вперед! Выступили! Вперед! Марш! Двигай! Вперед! Марш!
Армия под атакой, мой лорд. Двигай. Приказывайте. Марш. Конников мало не бывает, согласен. Ваше седство. Все бы ничего, но у нас уровень... Да, выступили. Двигай. Сытости падает. Вперед. Главное мимо этого вперед пробежать. Кренделя, марш, который стоит и готовится в обморок брякнуться. Вроде нормально, не должны они нас догнать. Два корпуса имеем преимущество. Слушай, нормально. Марш. Пойдет. О, так. Тест на внимательность. Тест имени антиквара. Выступили. За мной. Ребята, ребята, я здесь. Посмотрите на меня, как я чудо хорош. Как я горцую на этом прекрасном скакуне. Нет? Ну и ладно. Выступили. Нет и нет. Двигай. Слушаем. Уничтожим. Вот этого пацана по дороге, а то ну, он так стоит. Может сорвать нам в какой-то момент наши выверенные маневры. Стреляй, стреляй. Давай. Стреляй по цели. Стреляй. За мной. По цели. За мной. Приказывайте. Да, можно на это даже на самом деле не смотреть, марш, не тратить время. Просто сразу же уже за мной заниматься делом. Так, а ты где? Ты не добежал, да? Так, ну я даже и не знаю. Слушайте, а может он правда их тут генерирует, если отсюда лезть? Услугам. За мной! Да, марш! Давайте попробуем, что ли, еще разик. Но что-то мне это, конечно, не нравится. Вперед! Может, и невозможно их всех вытащить. Двигай! За мной! Марш! Двигай! Марш! За мной! Марш! За мной! Двигай! Марш! За мной! Выступили! Марш! Вперед! Выступили! Привет, Кео. Я думаю, у врага здесь ресурсов очень много. По максимальной планке. Тут тоже уже нет ни черта, куда я хочу. Зачем я вот это сделал? Ну, уже сделал, ладно. Так, эти ребятушки идут. Лучник наш идет. Я хочу сагрить вот этих ребят. А, так сагрить. Получится, не получится еще. Ну, посмотрим сейчас. Привет, Баха. А что, графика здесь, мне кажется, более чем приятная. Для такой старой игрушки. Ну хотя это слушай, не ванила, да, это ремейк. Так, подождите, с лучником надо конников накормить. Выступили! Привал! За мной! Давайте. Слушаем! Марш! Выступили! Слушаем! Марш!
Да. За мной. Да. Привал. Ваш приказ. Марш! На привал! Идем! Пошли! Все есть хотят. Слушаем! Вперед! Слушаем! Марш! Выступили! Так. Стреляй. Слушаем, слушаем. Слушаем. Всех покормили здесь? Двигай. Молодцы. Приказывайте. Вперед. У нас где-то еще был паренек, нет? А, наверное, я его отсюда не увел. Да, слушаем. Вот. Двигай! Слушай! За мной! Это воин очень гу... А, вот это... Бою готов! За мной! Привал! Чел, что ж ты голодный, поскакал куда-то? О, хрюшек начали тут заделывать. Пришло твое время, Валера. Все, еще один колбасер. Сейчас пойдут дела. Наладятся, так сказать. Ну что? Заказ выполнен. Слушай, чел, ну... И все равно делай. Ну что, можно ли отсюда, ребят, вытянуть на нас? Атаковать? Может быть, там реально просто бесконечное количество их. Ничего не могу сказать. Слушай. Было стойкое ощущение, что не бывает такого, да, появления войск из воздуха. Но может быть. Либо у них очень большие запасы там. Сколько мы конников уже? Четвертый отряд? Пятый? За мной! Ну, парень к успеху шел. Чуть не дошел. Слушай, так точно. Да. Перекусим. Двигай. Ваш приказ. Да чтоб тебя. Там он нормально, ребята-то дергают. Сейчас, подождите. Ваше седство. Выступили. Перекусим. Выступили. Слушаем. Вперед. Да. Марш! Выступай! За мной! Так точно, сэр. Пошли! Будет сделано! За мной! Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там конники. А это значит, что мы не успеем его увести. А это значит, что нам нужно еще было несколько пацанов тут делать и их. Ваш приказ. Подводить. Это вот это все на нас хочет пойти? Ну, не успеем. Он не убежит просто, банально. Где его настигнут? Где-то здесь, да? Блин, далеко везти. К вашим услугам. А конника можно здесь что-то сделать? Что-то я сомневаюсь, если честно. Слушаем! А тут снова мечники стоят, да, что-то как-то. Бокового мы, по крайней мере, знаем, что можно пробить, да, точно. Дюжит ли здесь рыцарь? Интересный вопрос.
Слишком много для игры по-честному. Ну, я тоже не сказать, что по-честному играю. Так-то уж, если положа руку на сердце, понимаешь, в чем дело. Я-то тоже как бы их тут... Не то чтобы очень честно вытаскиваю на себя и все такое прочее. Да. То есть, ну тут можно, да, пытаться их это, но... Единственное, знаете еще, какая у меня мысль? Просто пока у нас там строят башни... Мысль следующая, смотрите. А что, если я вот так сделаю? Я уведу мечников. Просто пацана пока дергать тоже. А, так, все, тут есть новый, хорошо. Нет, и стой здесь. Вперед. Смотрите, тут просто очень много войск что-то накопилось. Давно они отсюда не ходили, а так-то, конечно, будет жесткое. Если я уведу мечников, а конниками вломлюсь в арбов, может быть, они не будут агриться. Так бывает. Башни вот для моста можно, конечно, поставить, но представляешь, на какую дистанцию надо будет им таскать камни. То есть это настолько долго. Да. Что это очень жесткая стоять. История. Время привала. Да. Марш! Причем тут даже мы не тут оставим, ребята. Зачем нам их здесь оставлять, вот этих? Нам надо действовать максимально же быстро, да, пока там никто не подтянулся. Мы их вот здесь поставим. Двигай! И ворвемся. Так, лучник, ты что тут идешь? Пришел. У нас тут лучник топал сюда. Да. Вот он. Марш! Красавчик. Стройся. Красавчик. Ваше седство. Ну что, пробуем. Слушай! Выступили! Выступили! Вперед! Вытащить мечников, ворваться в арбов. Возможно, их и не будут защищать. Выступили! Марш! Вперед! Выступили! 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 За мной! Марш! Так, сейчас они утопают отсюда. Ну, мы попробуем. Слушай. Ну, а если нет, то что, надо бы строить большую армию и просто проламывать это дело, вытаскивая как-то их. Выступили. В принципе, сейчас, если мы поймем, что это вот бесперспективная история, ну, значит, мы будем действовать следующим образом, да. Выступили! Уничтожим! Выступили! Двигай! Давайте максимально как-то зайдем вот отсюда. Уничтожим! Ага. Стреляй! Угу. Арбы, еще арбы их страхуют. К бою готовы. Слушаем! Ваше седство. И тут еще мечи, да, одни были? Разошлись. У нас вроде как есть время. Двигай. Можно попробовать их вытащить, нижних мечников. К бою готовы! За мной! За мной! Как вперед. Проходить просто из выступили. Воздуха войска получают. За мной. Ну да. За мной. Когда выступили. Если просто из воздуха, за то, мной. Конечно. Двигай, двигай, за мной. Двигай, за мной. Марш. Двигай, марш. Вперед. Двигай, вперед. Марш. Выступили. За мной. За мной. Двигай. За мной.
За мной! Приказывайте! Ко мне! К флагу! Как такое проходить? Хороший вопрос, хороший. Обманным путем. Нет, извините. Ох ты ж, пошли, да? Да, за мной. Да, я понял. А вот и тут ребятки пошли. К бою готовы. Вперед. Двигай. Ваше сиятельство, мой лорд, крестьяне под атаку. На армию напали. Да? Армия под атакой, мой лорд. Да? Идем! Слушаем! Так, наш резерв тяжело вооруженный. К бою марш! Готовы! Слушаем! Выступили! Двигай! По отрядам! Уничтожим! Ах вы гады! Новые что ли двигай! Уже? Двигай! Ваше сиятельство! Выступили! Флагу. Да, но слушай. Это, по-моему, не это не очень продуктивная история тут пытаться воевать. Прямо да. Скажем, да? Марш! За мной! Приказывайте! Вперед! К бою готовы! Двигай! Слушаем! Ко мне! Вперед! Вперед! Ваш приказ? Вперед! За мной! К вашим услугам! Будет сделано! Что изволите? Будет сделано! Изменники разрушают наше здание! Что изволите? Мой господин, на ваших да? крестьян напали! Марш! Да черт с ними, с крестьянами! Армия под атакой! За мной! Стреляй! Давай! Давай! Стреляй по цели! Давай! Двигай! Ваше сиятельство! Выступили! Стреляй по цели! Выступили! Слушай! Двигай! Что изволите? Будет сделано! К бою готовы! К бою готовы! Марш! Да! Вперед! Стреляй по цели! Да, надо именно этот фланг ковырять. О, пацан домой идет такой, говорит, да я вообще-то домой шел, да? Слушай, будет сделано, будет сделано. Слушай, ну что же, значит, мы будем тут сейчас прорываться, видимо, да? Не вижу других вариантов. Кстати, вариант, еще слушай. Один вариант, приготовить большое количество именно тяжелой конницы и как-то вперед. Попробовать проломиться. Что тут, арбалеты, тут, да, какое-то количество мечей. Ну уж точно не здесь, да? Каков план строительства экономики? Ну, Александр, если ты последний... Там полтора часа смотрел хоть чуть-чуть. Ты видел, что я экономикой не занимаюсь. План победить.
Сделать Пожел. Достаточное количество войск для этого и победить. Вперед. Так, у нас тут копья, да, немножко. Стройся, да? Позакончились. Ну и вот у нас так есть некоторый точно, отряд такой. Да. Выступай. Так, окей, думаем, смотрим, что мы можем сделать здесь. Можем мы вообще в них просто да. на пофиг врубиться и... Выступили. Ваше желание, так, что изволите? Так, собственно, что я? Меня с того фланга не атакуют, да? Меня атакуют будет отсюда. Так, если нам правда сюда просто так направить точно. Войска, вытащить тех, кого можно вытащить, а остальных, это вот, остальных выступай. Ворваться конницей, да и все. Мне кажется, что-то я заморочился с этим вытаскиванием войск. Слушай, просто мы накопили выступай. Уже довольно большое количество отрядов. И можно, наверное, пойти от да. этого. Тут вот мечника оставим нашего за старшего. Пусть это, пусть, так сказать, ну, делом занимается. Так. Валера еще один. Смотрите, его колбасу уже своял. Молодец. Вечером герои, да, обязательно. В 8:30. Да. Вперед. Начинаем. Ауткаст 282. Играем против Лайтсайда. Бою готовы. За мной. Так, тут их вытащить. И откуда-нибудь вот отсюда вот этот вот отряд... Врывается, я думаю, даже можно два отряда врываются, да? Выступили! Да, план такой. За мной! А что Валера могут придумать? Пусть мечник Валера контролирует, мало ли что они придумают. Что он новый сорт колбасы сделает или за что ты переживаешь? Вперед! Приказывайте! За какой момент? Вперед! 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 Так-то да, так-то придумать Валера могут все что да. угодно, но вроде... Строй, строй, строй. Ведут себя у нас прилично. Двигай. Так, ну и что, вот сюда, да, мы их выводим. Тут как раз есть какой-то рельефец. Так, сзади точно. Строим лучников, ставим. Да, я думаю так. Ваш приказ? Марш! Лучников тоже у нас хватает. Вперед! За мной! К вашим услугам! Выступай! Собрались! За мной! Ваш приказ? Пошли! Пошли! Слушаем! Марш! 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 Ваше желание? Точно. К вашим услугам! За мной! За мной! Слушай! Выступай! Выступай! За мной! Ну, как-то так, да? К бою готовы! Ну, тут есть еще одна маленькая проблемка. Вот это нам потом все равно как-то надо штурмовать. Ну, может быть, когда ты вырубаешь вот этих ребят, они там перестают войска получать в неограниченных количествах. Колбаса любимчик патолога. Майн, ну что ты? Нас же дети смотрят. Что ты такое пишешь? Что все сам съест? Ну, вот что все сам съест, это да. Такое, я думаю, возможно. Двигай! Вперед, марш! За мной! Хотя, стоп, а чё я? Вперед! Стоять! Выступили. К вашим услугам! Разбились. Можно мне здесь одного паренька за сделать, мной. Пожалуйста? Марш. Надо же вытащить слушай. Этим. Слушай! Сошлись! Вместе! Надо же вытащить именно стрелком, чтобы они массово пошли. Сошлись! За мной! Пошли! К вашим услугам! Пошли! Приказывайте! Двигай! Приказывайте! Выступили! Ваше сиятельство! За мной! К вашим услугам! Пошли! Суровая операция, конечно, пошла у нас. 85 коней! Кайф! Ну, у нас, видите, железное железо маловато производится. Но это уж... Это уж что поделаешь, сколько есть. В принципе, слушай, конников-то ступай, мы наделали хорошее количество. Марш. Выступай. Теперь главное вот этим парнем все выдернуть на себя. Вперед! Ну вот да, выдернуть, чтобы он еще живой был. Слушай, вперед! Камнями бы шель кидался издалека. Чтобы не то, чтобы победить, но так раззадорить. Пошли! Оп! Марш! Хорошо. Выступай!
Эти стоят, эти типа резерв, да? Никуда не уходят. Ваше желание? В атаку! Двигай! Отставить! Ваш приказ? Так точно! А, все пошли. Все побежали, и я побежал. Вопрос, хватит ли у меня тогда тут прикрышки вот этой. Двигай! В атаку! Ваше сердце? Взять их! Взять их! Приказывайте! Марш! Уничтожим! За мной! Ваше сердце? Уничтожим! Тут алебарда, ёлы-палы, а много их? Да вроде нет. Выступаем! Просто тут тоже, вон, лучники пошли. Не выдержал бы я общего напора, если бы не ворвался нашими ребятами, то... Ничего хорошего бы там не было. Ну потеряли мы изрядное количество, конечно, кавалерии нашей. Но, видимо, тоже проломились. Со мной. Выступили. Слушаем. Ну просто же невозможно. Невозможно же было на это все смотреть. Марш! За мной! Слушаем! За мной! Десятка, да, осталось у нас конников. Двигай! К бою двигай. Готовы! Выступили! Двигай! Приказывайте! Вперед! Ну и все, да, сейчас мы тут все закончим с этим тоже. И останется последний в центре. Ну, видимо, через центр его будем сейчас штурмовать. Да и все, еще сделаем стрелков и вперед. За мной. Вперед. Алибарчик и делать максимально нечестно. Бою готовы. Слушаем. Вперед. За мной. Двигай. Двигай. Вот сверху казарма. Выступили. Вперед. В бой. Слушаем. За мной. Да. Да. Уничтожим. Так. Ну что. С этим мы тоже закончили. То есть остается центральный. Да. Пошли. А ты что, есть хочешь, обалдел, что ли? За мной! Привал! Выступай! К вашим услугам! Вроде кормился. Выступай! Да. А они опять есть хотят. Что изволите? Этих бы тоже покормить. Тоже я бы сказал. Так точно. Не так, чтобы они очень сытыми выглядят. Итого. 4 рабочих осталось. Кайф. Четверо. Давайте хоть немножко так это их поднаймем. 21 копейщик. Вперед. Слушаем. В атаку! Взять их! Ваше желание будет сделано!
Ваш приказ? Пошли! Да, марш! Так, тут у нас что? Вопрос, сколько отсюда народу попрет. Ну ладно, сколько бы не поперло, перебьем. Сейчас наделаем тут новых рекрутов, еще стрелков, вот это вот все. Пока у нас тут, да, все мы ломаем. Необходимое для жизни. Ваше сиятельство. В атаку! Так, здесь что с кормежкой? Приказывайте. Все, покормились. Услугам. Вперед! Молодцы. Вперед! Стройся! Что изволите? Двигай! Строились! Так точно! К вашим услугам! Со мной! Ваше сиятельство! Уничтожим! Слушаем! Так, что еще тут есть хорошая? Школу мы нашли? Нет вообще. Была ли у них тут школа? Я что-то не вижу. Харчевню вот эту нашли. Двигай! Марш! Да. Выступай! Да. Пошли! Ваше сиятельство. Так, а тут тоже мостик, и, видимо, та же самая история, как и с той стороны, да, будет? Ваше сиятельство. Вперед! Бой! Что-то производство железных доспехов прям вообще встало. Железной руды нет. Ну, вроде они ее куда-то таскают. 162 руды. А плавильня? А что с плавильней? Угля нет. Ага. А, типа они все добыли, а я все просмотрел. Ну, ясно. Конечно. Думаю, в чем-то косяк. Вот тут, конечно, не уследил чуть-чуть, и у тебя проблемы по этой части. Так, и я бы вот сюда, может, его вообще запихнуть еще одного. Пусть как бы делом занимаются, да? Да елки-палки. Слушай, марш! Так, слушай. Ну что тут у нас? Марш! А вот же у нас еще. Думаю, еще же должно быть. Готовы. Уничтожим. Здесь у нас никого не осталось, ясное дело. Собрались. Да. Выступай. Что изволите? Собрались. Будет сделано. Так точно. Вот вопрос, надо ли это на мосту делать, да? Мост достаточно широкий, можно как-то что-то куда-то придумать там. Ваш приказ? Со мной! Ваш приказ. Пошли, опять же, достаточно ли у нас тут войск на то, чтобы этих остановить? Сколько их тут пойдет? У меня есть ощущение, что их тут вообще нормально. Ну куда вы пошли-то, ребят? Вашим услугам. За мной. Да. За мной.
Пошли! За мной! Стреляй! Уда! К вашему слову. Выступай. Главное, когда у тебя одаренные подчиненные. Это вот да. Бою готовы. Так, ну с этими все. Конников, конечно, маловато. За мной. Из плохого мы их быстро не нарастим. Да, у нас вот это вот с углем просадочком. Суровая получилась. Да. Слушаем. Да. Приказывайте. Вы есть хотите? Серьезно? Вы-то что? Что вы есть-то все хотите? Ребята, ну... Перекусим. За мной. Перекусите. К вашим услугам. Вперед. Да. Выступай. Лучник решил, что он герой. Да. Что-то как-то их тут дофига, нет? У меня что-то такое ощущение, что... Что-то нас мало. Не, а что они нечестно тут делают новых и новых? За мной! Так точно! За мной! Такие, не-не-не-не-не, все нормально. Назад, говорят. Бою готовы! Марш! Слушаем! Вперед! С радостью! За мной! Выступай! Думается, там войск нет? Ну, не знаю. Ваше сестерство? Хотел бы, конечно, верить, но... Что изволите? Давай! Нифига себе. Давай. Стреляй. Не жаль. При том, что здесь еще пацаны стоят, да? Не жалей. Стреляй. Давай. Я это и близко не... Стреляй по цели. И близко с этим ничего не сделаю. Ну здесь, давай. На этом рубеже. Давай. 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 Стреляй по цели. Стреляй по цели. Стреляй по цели. Стреляй. Так. Выступили. Двигай. Для очистки совести давайте здесь посмотрим, да. То есть в лоб я это не могу штурмовать. И во, ну, как бы без вариантов. Слушай. Слишком их много. Выступай! К вашим услугам. Марш! Да. Просто без вариантов. Приказывайте. Со мной будет сделано. Ваш приказ. Я что-то на Валеру как не посмотрю, у него одна колбаса висит. Куда остальное девает? Я понятия не имею. К бою готовы. Ну куда-то девает. Марш! Ваш приказ? Паренек, ты тоже иди, богу ради. Выступай! От греха подальше. Выступай! Ваш сет со мной! А конники типа сытые. Тут у нас что, нету? А, он есть пошел, я и думаю, в смысле нету. Был же. Слушай! За мной! Двигай! Да! За мной! Двигай! Вперед! Вперед! Выступили! Вперед! Марш! Выступили! Двигай! Марш! За мной! Двигай! Так, так, так. Вперед! Марш! Вперед! Ага. Ага. Проход-то тут марш. Есть. За мной!
За мной! Выступили! Вперед! За мной! За мной! Марш! Марш! Двигай! Мой лорд! Ребят, вы совсем что ли это приболели? Двигай! Кратчайшее расстояние между двумя точками прямая, да? Да, выступили! Вот вы, конечно, альтернативно одаренные у меня. Приказывайте! Двигай! Двигай! Да, двигай! Выступили! Марш! Вперед! Выступили! Давайте посмотреть, что тут дальше, да? Проход-то, собственно, это просто у нас кусок земли. Вперед. Тут базы его нету. За мной! Выступили! Марш! За мной! Если бы нам туда просочиться, конечно, то, ну, вы знаете, что мы можем сделать. У нас вообще главная эта цель — это диверсанты. Диверс, проведение диверсий. За мной! Вперед! Марш! Двигай! Марш! Марш! За мной! Не, ну как нет? Разошлись! За мной! Марш! Да, за мной! Выступили! Стреляй! Выступили! Выступили! Марш! Не, ну как нет? Ну как? У них войск тут вообще нормально! Просто вообще нормально! Какая жесть. Ваше сиятельство. За мной. К бою марш. Готовы. Слушай. Вперед. К бою готовы. За мной. За мной. Марш. А там видели, да, какое укрепление еще? Выступили. Одиночный рыцарь с криком «Я парламентер» попытался прокрасться поверху. Вперед. Типа да. Флагу. Ваше сиятельство. Марш! За мной! За мной! Двигай! Вперед! Двигай! Вперед! За мной! Выступили! Двигай! Выступили! Марш! Двигай! За мной! Приказывайте! Марш! Да! За мной! Слушаем. Ну, если мы этих начнем обижать, они, наверное, расстроятся, да? То есть подскакать так не можно, они индифферентно на это настроены. Опа! Видали такую диверсию? Слушайте, так повели, теперь к нам. За мной! Они за нами побежали? Ну, в смысле, за нашим рыцарем? Вперед! Ваше сиятельство? Выступили! А может быть, это наш шанс? Например, вот с этой стороны сейчас вломиться. Слушай. Там, конечно, башни. Марш! Так, 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 подождите, да? Подождите, подождите. Выступили! Ваше сиятельство? Нам важно здесь, вперед, пацаном, марш, проскакать нормально. За мной! Что там у них говорить? Экономика хорошая. Выступили. Мы можем, в принципе, их увести всех максимально далеко, не обязательно. Не, ну, к нашим башням, по идее, я должен там даже разбираться. К бою готовы. Марш! Ваше сиятельство? Ваше сиятельство? За мной! Что изволите? Так точно! За мной! Так точно! Слушай! Выступай! Да. Марш! Да! За мной! Вперед! Ваш сиятельство! Выступили! Двигай! Выступили! Чел, ну нет, ну... Так, спокойно. Приказывайте! Вперед! Вперед! Что изволите? Двигай! Будет сделано. Так точно. К вашим услугам. Пошли вперед. Ваш приказ. Пошли.
Слушай! За мной! За мной! Приказывайте! Да? Марш! За мной! Двигай! Разряжаем башню! Вперед! За мной! Выступили! Выступили! Вперед! Марш! Выступили! Вперед! Выступили! 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 Марш! Нам одну бы разрядить. Ваше сетство. Разошлись. Вас рядом. За мной. Ваше сетство. Вперед. Слушаем. Вперед. Слушаем. Вперед. И а что это вы возвращаетесь? Потому что решили, что здесь короче или что? Вперед. Слушаем. Марш. Ваш приказ. Выступай! Да. Выступили! Слушаем! За мной! А это они все равно атакуют на нашего этого гонят, да? Марш! Да, кратчайшее расстояние, я понял. Блин, вот нифига себе их тут! Жестко. Ну теперь посмотрим, насколько хороша наша оборона. Услугам. Пошли, выступай. Приказывайте. Капец. Бою готовы. Марш. За мной. Что изволите? Не жалей. Да, за мной. За мной. Смерть изменникам! Что изволите? Не жалей! К вашим услугам! Вперед! Вперед! К вашим услугам! Приказывайте! Давай! Да? Вернем их! Ваше сетство? Ребят, ну вы-то куда ушли? Ну ёлы-палы, у меня ж прикрытия-то больше нет. А эти все идут. Эти все идут. Это... К вашим услугам. Вперед. Потери. К бою готовы. Мой лорд. На армию напали. Так, уходите, уходите. Мне главное проскользнуть вообще. Мой лорд. На армию напали. Стреляй. Слушай, выступай! Стреляй! Атакуй! Стреляй по цели! Да, двигай! За мной! За мной! Давай. К бою готовы! Если они, типа, там... Да вы закончитесь, нет? У меня только один вопрос. Вы закончитесь здесь или вы тут не закончитесь? Слушай, будет сделано. Давай. Слушаем. Ваш приказ. Стреляй. Будет Потери. Сделано. С радостью. Давай. Стреляй по цели. Вперед! Что если мы им отдадим этого конника? Они нас не будут больше обижать? Может, они отступят? Заказ, говорит, выполнен. Ребят, вообще не до того.
Хватит идти уже, хватит. Вопрос, слушай, как мне туда про... Мой лорд, на армию напасть. К бою готовы. За мной. Вперед. А это куда, ты куда возвращаешься, марш, утырок? Марш, за мной. Крестьяне, ваше сиятельство. Город атакован. Слушай. Ну не, они типа продолжают безобразничать, да? К бою готовы. Марш. Выступили. Двигай. За мной. Изменники разрушают наше здание. Ваше сиятельство. Изменники разрушают наше здание. Строить еще больше башен здесь. Стреляй! Прям реально еще больше расстраивать. И потом пытаться вот так же вытащить их. Я не знаю, сколько мне еще нужно башен. Ну, сколько нужно, столько и будем строить. Прям вот сюда полоску, вот сюда полоску. Наверное, ой, так. Господин, на ваших крестьян напали. Давайте наметим. И уже завтра тогда, наверное, будем пытаться тут доигрывать. Сегодня-то я уже точно понимаю, что нет. Так, где мы были записаны вообще? Дайте-ка я пойму. Угу. Вот здесь. Гениальный план отсюда было вломиться. Зато мы теперь знаем, как это сделать, слышите? Марш! Так, ну хорошо, ладно. Погнали строиться, чё. Стройка века. Водить их кругами конниками, чтобы оголодали. А я посидел, да? К бою готовы. Представляешь, сколько их надо водить кругами конником, чтобы оголодали, и какое их количество, и что они растягиваются в такой хвост, как я их могу водить. Их конники моим конникам не уступают в скорости, так что это просто невозможно. Если бы они были пеши, еще, наверное, был бы вариант. А вот конных с других водить... Это без вариантов, я полагаю. Двигай! Так, ну ладно. Собственно, мы знаем, как их вытащить оттуда. Да? Да, мы их знаем, как их вытащить оттуда. Самое главное, что все эмоционально проходит с энтузиазмом. Ну что ж, плакать сидеть. Да, ну вот это, конечно, свинская история вот с пополнением войск. Слушайте, ну или их можно отсюда вытащить, но я не понимаю. Не, ну они сразу прибегают как. Ну, хотя, с другой стороны, а что их не, им не прибегать, если у них вот такая уже толпа там? Ну, может, нам реально их просто повытаскивать и прошибать какое-то время? Ну, нам, смотрите, нам нужно в любом случае вот это построить, то, что я решил. Да. И потом как-то уже мы у нас будут разные варианты. Мой лорд, на армию напали. Чё, а кто тут, лучник стоял, что ли? А чё они вышли вообще? Чисто потусить или что? Выступили. Ваше сиятельство. Не понял, если честно, но да ладно. Так, что у нас тут? Тут у нас дела идут кое-как, да? Тебе негде трудиться. Ну, чел, наверное, тебе и не будет где трудиться. Тут у нас стройка века, уж извини. Давайте башню починим, раз такое дело. Раз уж у нас тут все равно вот так все бодро и весело проходит. О, они в атаку пошли? Да в смысле? К бою готовы.
Хорошие строители у нас были. К вашим услугам. Со мной. Хорошие были строители. Вперед, будет сделано. Вперед. А что это они? То есть теперь отсюда будут ходить, учитывая, что оттуда не могут, да? Ну, их не сказать, чтобы много. То есть тут это, в общем-то... Это, я думаю, не страшно. Приказывай, двигай. К вашим услугам. Вперед! Да. Марш! Вперед! Будет сделано. К вашим услугам. Вперед! Да. Точно, сэр. К вашим услугам. Стреляй. Хотя идут. И что-то развернулись там непонятно. Туда-сюда. Вы что стоите? Ну, вы, видимо, решили, что жизнь вам недорога, да? Благо здесь недолго установить. Слушай, будет сделано. Недолго восстановить, ребятушек. Стреляй по цели. Точно. Давай, приказывай, стреляй. Стреляй по цели. Арбалетчики подумали и благоразумно вернулись назад. В общем, решили, что у них очень много войск, они не вмещаются, да? Надо полагать. К вашим услугам. Будет сделано. Ну ладно. Очень много, они вмещаются. Слушай. Вперед! Ваше седство. За мной! Привал! Марш! Ваш приказ? Выступай! Да? Так точно! Кормить нечем. Ну, получается так. Седство. Марш! Марш! Да? Выступили! Слушаем! Ну, в общем, мы знаем, как их оттуда вытащить, да? Прям вот. В больших количествах. Поэтому, может, оно и неплохо. Можем одного тяжело вооруженного рыцаря сделать. Пожалуйста. Разгрузили платежку. Типа того, восстанавливать строителей и слуг. Да не надо. Строители и так, слуги и так стоят. Время от времени черта не делают. Их 80-90 штук. Думаю, не стоит. Так, нужно, знаете, что сделать? Нужно провести ревизию, пока что-то стройка какая-то идет. Ревизию того, что у нас есть на складах. По еде, потому что 308
бочонков вина, и колбаса уже тоже начала скапливаться. Понял, все. Добавили еще одного Валеру, дело пошло на лад. Дело пошло на лад. Вполне себе. Так, шахтеры стоят, еще ни черта не делают. Но я не хочу сейчас шахты ставить. Ну хотя, блин, тоже бы надо, конечно. Да, откуда я знаю, сколько мне еще потребуется здесь времени реально. То есть, смех смехом, а что-то не смешно. Так. Так, ладно, давайте. Раз у нас такая стройка активная, вот этих троих и вот этих еще троих. И они все поперли сюда теперь, да? Ну вот, а вот из-за этого я и не хотел это делать. Ваше желание? Перерыв! Так точно! Ваш приказ? Надо здесь как-то... К вашим услугам! Войска развести. Тут тоже объединил. Кто-то сыпит, кто-то голодный. Слушаем! Марш! За мной! Ваш приказ? Да! За мной! Перекусим! Марш! Ладно, сейчас покормим, дела на лад пойдут, я чувствую. О, колбасу прут, повезет кому-то, колбасятинки подвезут. Ваше сиятельство, время перекусить. Мечник сейчас отъедет, как же мы допустили? Слушай, вперед! Привал! Резко все захотели есть. Ну правильно, мы же в одно время их всех кормим. Ваше желание! Вперед! Только успевает булки с колбасами подносить. Вашим услугам. Все, всех покормили. Вперед! Вперед их здесь хотят. Да что ж такое-то? Закончится это или нет, я вас спрашиваю. Марш! Марш! Время привала. Вперед! Ну, чем больше у тебя войска, тем, понятное дело, ты больше вот от этого, как бы, ну, не страдаешь, да, ты зависишь от этого фактора. Так, а здесь башни все. Сколько? 5, да, мы тут поставили. 25 камней. Ну, так-то, если даже 15 попадут в цель, в целом-то неплохо. К вашим услугам. За мной! Вашим услугам. За мной. Копейщиков давайте сюда отведем. Думаю, что и этого недостаточно так-то. Здесь 5 башен новых, да? 6. Так, ну ладно, друзья мои, на этой оптимистичной ноте давайте мы сохранимся. Был я уверен, что я пройду еще сегодня, но... Ну слушайте, мы развалили один фланг, другой, и выяснили, что в центре там столько народу сидит. Ну что, не надо торопиться.
Ладно, я думаю, что все закончится хорошо, в конце концов. Оборона наша крепка, как никогда. Башни достраиваются, так что перелопатим, перебьем. А если удастся выманить и заскочить в тыл, то еще и через расправу над слугами можем устроить путь к победе. В общем, я думаю, найдем то или иное решение. Спасибо всем огромное за компанию, за внимание. Это был Антиквар. Всем удачи и до встречи. Пока.